суки у него страшные. Чуба-дуба-дуба-па-да-па-па. Е-е-кря. Всем добра, дорогие друзья, с вами Винди, и сегодня мы с тобой поиграем в игру под названием Escape, побег. Может быть, говна хорорец, может быть, хорошо хорорец, не знаю пока что, но посмотрим, что это такое. Я проснулся в старом заброшенном госпитале с моргом, я не знаю, почему я здесь, но я должен найти выход наружу. Сейчас найдем, не парься, сейчас все разберемся. Короче, эта игра, ну, такое, я по комментариям посмотрел, я проснулся в этом месте. Оно выглядит как госпиталь или морг, я не знаю, как я сюда попал, я должен сбежать из этого места. Хорошо, надо сбежим, не парься. О, ну нормально. Подпишись на меня. Ну ура, он сказал, так надо. Так, 10. Но это, наверное, 10 монеток нам нужно найти. Блин, какая мышка резкая. Мне не нравится мышка резкая, а она какая-то слишком резкая. Вот так вот должно быть получше. Во, хорош. Давай тогда разбираться. Что это такое, нож? Я нашел нож. Нормально, я взял нож. А я могу, ребят, резать. Иу! У мужика у тебя есть что внутри, не? Ладно, хорошо, бывает, наверное. Так, тут скелеты, оп, монетка. Так, вот такие монетки нам надо находить, судя по всему. Я могу прятаться. Так, от кого я прячусь вообще? Какая ебака меня будет пытаться поймать? Бляха, какая музыка страшная в этот момент. Да и ладно, в принципе. Чего можно бояться в морге? В морге трупы. Трупов бояться не надо, что тебе трупы тронут? Трупы тебя не тронут, они не ходят. Ну в этом как бы суть немного трупов, понимаешь? Ну, выглядит немножечко стрёмно. Так, у меня есть инвентарь. В инвентаре скорее... Вы не можете открыть эту дверь. Почему? Мужик! Ты знаешь, как дверь открыть, нет? Потому что я, честно говоря, не разбираюсь. Так, это все закрыто. Это стена, которая, возможно, кто-то потом проломает. Но здесь я ключей тоже не видал, да? Ну, скорее всего, здесь должны быть ключи. На меня-то не ключи, я найду тебе ключи. Только я пока что не пойму, где они сейчас лежат. Здесь нет. Ладно. Вернусь туда, откуда я пришел. Здорово. А-а-а. Отвернись от меня, сука. Не люблю, когда на меня смотрят всякие ктуху. А, я понял, я либо шифтую, либо хожу, да? То есть у меня два состояния в жизни. Вы не можете открыть дверь. Может, ножом? Я могу делать Q. Q что-то делает. Q что-то решает. Не, мужик, серьезно, но это не прикольно, это не смешно. Дай ключи. Заебал, дай ключи. У вас есть ключи? А то мне отсюда выйти надо. Это похоже на ключи? Нет, не похоже на ключи. А тут? Ну, короче, это довольно стрёмно было бы, если бы я с тобою оказался в морге внезапно. Причем это как-то странно. Как вообще внезапно можно оказаться в морге? Типа идешь, хуяк, ты в морге. Так не работает. Так дела не делаются. Ты сначала должен туда прийти, потом получить разрешение, потом выслушать от вахтерши кучу похуев, которые она тебе расскажет про тебя. Вы не можете открыть дверь. Почему? Ногой ёбнуть по ней, все, она ж легкая. Ну хера, она открывается раз на раз. Проблем не должно быть. Я, блядь, тупой или что? Ух ты, тут глазик. Понастроит здесь всякого вот этого вот говна, хер поймешь, куда идти, что делать, как разбираться. Ненавижу, блин, это все. Ненавижу. Тут ключи, а... Ну, я так и знал. Короче говоря, каменюка. Нужно искать каменюки с глазами. О-о-о. Не, ну это реально госпиталь. Это реально госпиталь. То есть это игра, в которой нам нужно с тобой решать загадочки. О, здорово, мужик. Что за тебя резать буду? Добрый вечер. Оп, монеточка. Заебумба. О, ктуху. Ну хорошо, у меня есть ктуху, замечательно. Оп, еще монеточка. Ну я сейчас так легко все понахожу. Дверь открыл. О, тебя резать хотели. Ну, как мороженка получается. Кто двери там открывает? Э, слышь! Уё... Ба. Нихуя себе. Ну я, пожалуй, в шкаф. Вы берете глаз из древнего. Зачем? Тут есть кто-то? Блять! Ебать! Ебать! Так, подожди, ну я могу сделать кью, это типа его на меня отгонит, наверное? Так, меня плющит, я не знаю почему. Так, а я могу прятаться, да? Я могу прятаться? Еще. Фу, нахуй! А-а-а, я могу при помощи этого артефакта смотреть его глазами. Так, ладно, пока он там жрет, я пойду. Бляха, интересно, слушай. То есть, короче, вот эта вот ебака, Степан, ходит здесь. Я называю Степан, не знаю, мне напомнил Степана. Степан! Жрать есть что? Нет? Ну ты лох, Степан, ну ты... Не, стоп! Какое это... Что это такое? Это я видел в меню, это важно, наверное. Какой-то госпиталь, если здесь есть такое меню. Ил! Кто дверь открыл? Так, стоп, а ты ж не можешь, да, подняться сюда с другой стороны? Он может подняться сюда с другой стороны. Так, ну он походу там, справа. Да, вон он там что-то перебирает. Жрет, наверное, скотина. Жрет собака! Чё, мало тебе еды? Псина. Конь, блядь, лысый.
Понятно, пиздец. Понятно, пиздец, понятно, пиздец. Я понял тебя, хорошо. Хорошо, 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 хорошо. Закрыто. Хуёво. Я так понял. Не все закрыто. Хорошо, 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 хорошо. Мужик, открывайся! Мужик, у тебя есть что? Мужик! Мужик, дерись! Заебал. Че это? Аномалия? Похоже на аномалию какую-то. Мужик, я тебе говорю, открывайся. Че есть полезно? Че есть интересно? Покушать есть что? Бегать мне не надо, мне надо открывать трупы. Делать нечего. О, опа-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 па, я понял. Отлично, еще монетка. Хорошо. Слушай, ну на самом деле, как это работает? Я не ебу, я не электрик. Ну, наверное, должно работать. Да, я туда, нормально. Ножом, хуя. Я электрик, блядь. Так, ладно, пойдем тогда туда, посмотрим, что... Где Хасид? Рассказывай. Не скажу. Все пароли, аккаунты, быстро! Я все удалил. Зато я не удалил. World of Tanks. World of Tanks — это башнесносный бесплатный онлайн-экшен, в котором ты можешь устраивать ураганные зарубы или четко действовать по тактике. Выбирай танк с самым крупным калибром, фугас или бронебойный, и вали врагов направо и налево. Ну и конечно же зови друзей, вместе веселее настреливать вражину. Однако, чем выше будет твой уровень, тем больше придется думать о тактике ведения боя. Используй каждое преимущество карты, лавируй по узким улочкам, заставай врагов врасплох. Прячься в кустах или за металлоломом, который остался от подбитого врага. World of Tanks — это игра-феномен, которую должен попробовать каждый геймер. А если ты это сделаешь прямо сейчас, то ты получишь крутые бонусы для быстрых побед. Премиальный танк Т2 ЛТ, 7 дней премиума и 400 тысяч кредитов. Обязательно регистрируйся по моей ссылке в описании, ведь твой танк уже в ангаре. В бой! Фу, блять, это было очень странно. Так, ладно. Конечно, похищение это важно, но давай не будем отвлекаться от того, что мы с тобой играем. Здесь у меня что-нибудь есть? Что-нибудь еще полезного? Нет, по-любому надо... Что это такое? Опять он там что-то теребонькает. Ты что там, дрочишь, что ли? Что ты делаешь? Дурачок. Так, лифт работает? Лифт не работает. Херово. Но я же вроде... Молодой человек! Молодой человек! Говно на улице, на дороге вы забыли? У вас головы нет, понимаете? Хуёво вам, наверное. Ну, как бы я это не сочувствую, мне насрать. Так, что у нас тут? У мужика был череп. Череп с другой стороны. Да, дверь закрыта. Иди нахуй, понял меня? Иди отсюда, вон, дверь закрыта. Я здесь с безголовым мужиком. Я его открываю, и мне заебись. Так, ладно, я, пожалуй, отсюда пойду. Что он вообще делает? Ладно, он закрыл дверь за собой. Я попытался открыть дверь, он закрыл дверь. Так что, наверное, он там занимается чем-то злым. Ладно, я тогда пойду сюда, получается. Он рядом? Он рядом? Бляха, на самом деле, немножечко стрёмно. Немножечко стрёмно. Что вот это вот за 4 мужика? Или не мужика, я не знаю. Глаза. Ты мне прятаться? Подожди, давай посмотрим, где он. Ебать, звуки у него страшные. Не, звуки у него реально страшные. Нормально, сердце чьё-то. Ну, блядь, нормально вообще. По шкафчикам полазил, сердце нашел. Хорошо. Заебумба. Так, это закрыто, окей. Сюда я могу прятаться. Я могу прятаться, но я не буду. Так, я так понял, мне становится плохо, когда рядом со мной это ебака. Плохо это хорошо. Плохо это хорошо. Что это, сломанная дверька? Плохо это хорошо, почему? Потому что поэтому постоянно я могу понимать, где он. Так, это открыть могу? Вам нужен резак. А, то есть здесь еще и как в этом, как в Гренне. Надо искать предметы, надо искать разборки, надо искать подборки. Нужно совсем, короче, разбираться и пониматься. Да? Добрый вечер, я диспетчер. Рядом был. Сковородка тебе въебала. Так, тихо. Спокойно. В холодильнике должен быть резак. Нормальные люди в холодильнике держат мясо, а ебанутые держат резак. Поэтому там должен быть либо топор, либо дохлая овца какая-нибудь. В этой игре много всякой рандомности, я так понял, лежит, да? Это резак, не резак. Где резак? Степан, подскажи, где резак? Заеб. Ой-ой-ой. А меня здесь не было. Или был? Степа. Я здесь был? А, я отсюда начал. Ага, все, я понял. Так, а где резак, серьезно? Так, у меня шифт заканчивается, у меня энергия заканчивается на бег. Блять, ёб твою мать, дядя! Он похож на какую-то бабуську, или я не знаю. Так, под кроватью я прятаться не умею, да? Какие подушки каменные! Ой, это я? Вы не можете... Да почему я не могу открыть дверь? В чем вообще проблема с открыванием двери? Так, здесь должен быть резак.
Ага, хуяк тебе не резак, не работает тут. Такая логика здесь не работает. Так, подожди. Двери закрыты, да? А я, может быть, могу опуститься где-нибудь ниже? Может быть, я могу пойти ниже, а не выше? Не, ну здесь нарисован глаз. Глаз — это важно, правильно? Глаз — это типа сюда посмотри, и здесь ты что-нибудь найди. Ну, в прошлый раз глаз был важен. О, монетка. Так, я понял. Монетки, короче говоря, прям вообще лежат. То есть здесь монетки, скорее всего, есть. Нет, а может быть, я могу одну из книг... Нет. Слушай, ну я таким макаром... Не-не-не-не. Без всяких резаков я по-любому не пройду. По-любому... Мужик, есть резак? По-любому парочка предметов лежат за предметами, в которых мы с тобой не можем быть. За комнатами, которые закрыты. Так, пошли этой ебаке попадемся вообще. Мне интересно. Да шо ты, не ссы, нормально. Шо ты, никогда не видел Степана? Ебать, Степан. Степа, ну-ка давай на превьюшку, Степа! Степ, на превьюшку, Ба, Степа. Степа, на меня посмотришь, Степ? Степа! Куда? Степ, ты чё? Степа, ебалай чучу. Куда ушел? Степа. А вот и я! Тихо. А-а-а, Степа делает кусь. Степа, долбоёб. Как романтично. Я понял, короче говоря, Степа просто берет и жрет тебя. Так, Степа двигается медленно, у Степы тупой мозг. Так, подожди, а где резак? Важный вопрос, где резак? Потому что резака я вообще нихуя не нахожу. Резака, да пошел вон, мне интересно. Проснулся ты в госпитале, вообще насрать. Мне очень интересно. Так, ножи я нашел, хорошо. Значит, здесь у нас, по-моему, две денежки должно быть. Мужик, открываемся. Мужик, открывайся. Я тебе говорю, просыпайся, блядь, смерть тебя не остановит. Ты думаешь, тебя смерть спасет от того, чтобы идти на работу? Нихуя. Работать, блядь, тебя ждет. Здесь кнопочку открываем. Хотя, скорее всего, ко мне Степа сейчас придет и будет на меня опять Будапеште. Мужики, у вас есть что-нибудь, нет? Ну ладно, здесь должна быть... Так, подожди, а где я монетки нашел? Раз монетка. А где вторая монетка? Я же находил две монетки, правильно? Не, серьезно, я ж тут две монетки находил. Мужик, у тебя есть монетка, нет? У тебя ж была монетка, нет? Монетку дай! Ля, ты козел. Ля. Не, серьезно, где? А, все, я понял, где еще одна монетка. Еще одна монетка здесь. Не смотри на меня! В смысле нет? Одну же из монеток мы нашли как-то совсем легко. С самого начала. Ой, ладно, насрать! Что я вот это ищу, разбираюсь? Кого волнует? Степа! Степа, ебан! Пошли разбираться. Так, ну это посмотреть глазами Степы. Посмотри на мир глазами Степана. Оп, монетку я из тебя стырю. А я у вас монетку спиздил. Степ, ты где? Так, это, по-моему, второй этаж, кстати говоря. Правильно. А управлять я же им не умею, да? Но это второй этаж, Значит, Степа на втором этаже. Хорошо. Еще монетка. Ага, на втором этаже. Нормально, он на втором этаже. Заебись, Андрюха, хорошо посчитал. Я все просчитал, но, блядь, я плох в математике. Так, слушай, предмет рандомно появляется, я понял. Не, на самом деле, довольно, ну, неплохая игра. Не сказать, что прям обосраться какая хорошая. Но, в принципе, неплохая. Ебать, Степа, беги! Степа, ебанавт. Все, Степа от меня отстал. Ну, ты, Степ, конечно, дурень. Степан, вы дебил. Тихо. Чуть не уронил все. О, волос. Ну, ты, Степ, конечно, балда. Так, тихо. Диваны нюхать мы не будем. От них, конечно, пахнет любопытно, но мы этого проверять не будем. Телевили, тролливали, мы резак у вас срезали. Нет, нету. Ну ладно. Вот, Степа! Ёб твою мать! Ты чё роняешь стулья? В чем твоя проблема? Неадекват. Ебанутый, иначе говоря. Для всех понятно, да? А чё здесь глаза-то нарисованы? Ну, глаза и глаза. В чем прикол? Надо его глазами посмотреть сюда, что ли? Блядь. А-а-а, он жрёт трупы! Ну, приятного аппетита, долбоёб. Хе-хе! Дурачок. Мог-то нормально что-нибудь поесть. Там курицу, я не знаю, он для людей есть. Ебанутый. Смотри, вот эта нога. Вот это легкие. А легкие, на удивление, не легкие. Легкие весят 3 килограмма, прикинь. 3,5 килограмма. Хотя 3,5 килограмма, наверное, это не тяжело. Так что, наверное, легкие таки легкие. Степа. Степа, держи себя в руках! Степа. А-а-а! Я понял, это он не тарелками колбасит. Это он не тарелками колбасит, а просто все вокруг колбасится. Ну, Степа. Ты обниматься хочешь, чи что? Степа. Ну и как он может быть страшным? Как Степа может быть страшным? Он же забавный. Ой, пиздец. Нормально. Как Степа может быть страшным? Мужик, открывайся. У тебя что-нибудь интересное есть? Ну-ка, подожди. Что у тебя внутри? Нет, я тебя не отпущу. Я тебя в покое не оставлю. Ой-ой.
Так, сюда не заходи. Сюда не заходи. Нахуй, это туда. Вот, правильно, молодец. Так, я пойду посмотрю, что ты там делал. Чем ты там занимался? А, вам нужен ключ? А я не могу пойти туда, где он только что появился. Я ж могу его, наверное, обогнать, да? У него же двери открываются нормально. Ему ж никакие ключи там не нужны. Где резак? Степа, подскажи, где резак? Заебешь, помогай. Хуёво. А, какие квадратные ноги. Что-то ему плохо стало. Так, я понял, он пошел дальше. Здорово. Выходим. Выходим, выходим. Опять же говорю. Опа. То, что ты умер, тебя не спасает, понимаешь? Он тебя не освобождает от работы. А работа у тебя, ух, сколько много. А что вот это такое? В чем прикол? Это электричество, это я понимаю. А как работает электричество? И вот этого я не понимаю. Я... Не понял. Я, понимаете ли, немного долбоюк, поэтому я не знаю, как работает электричество. Как работают лифты? Треугольник. Ну, наверное, нужно как-то починить треугольник. Вам нужен ключ. Какой ключ? Не понимаю. Не-не-не, Стёп. Давай, Стёпа, давай, удачи. Пошёл, поеди. Меня еще в какой-то комнате, кстати говоря, не было, в которой мы были в прошлый раз. Она, по-моему, здесь вот должна быть, да? Нет, не здесь. В какой-то вот рядышком комнате. А вот, да, все нормально. Бляха, я устал. Трудно дойти. Вот здесь меня не было. Мне нужен резак. Дайте. Нормально. Нормально. Вот, то что надо, так и глаза у вас заберем, молодой человек. Поспим. Заебись. Тут ничего нет. Оп, монетка. Я вас монетку спиздил. Так, все, пошли вниз тогда. А, нет, стоп, не пошли вниз. В смысле? Режем. Опа. Дверь закрыли. Часы. Ключи. Глаза. Это вот эти херы. Ну я монетку заберу. Так, тихо. Он же сюда не должен заходить, правильно? Ты где вообще? Ой, только не сюда. Собака! Я, блядь, растение. Я растение. Степа не поверил. Степа не такой тупой, понимаешь, чтобы верить, что я растение. Собака! Ёбак. Степа, пошел нахуй. Ну шо, я думаю, раз Степа не хочет, чтобы мы с тобой были тут, то мы не будем. Отвернись от меня, Степа. Степа, я иду к тебе, Степа. Степа, я иду к тебе. Раз ты не хочешь меня видеть, то я не буду с тобой вообще разговаривать, Степа, понимаешь меня? Понимаешь меня, Степа? Пошли, скажешь, передадим Степе прощай. Давай, дружище, тебя я сегодня вскрывать не буду. Ты бы хоть оделся, ёб твою мать, как противно-то, а? Какой ты мерзкий! Мужик умер, к нему пришел какой-то другой чувак, и начал до него доебываться. Вполне в моем стиле. Степа! Степа, выходи! Что ты вот это? О! Я же тебя даже не трогал. Что такое, Степ? Да Степа! Степа, ты так рад тому, что ты меня видишь! Степа! Обнимемся, Степа! Давай! Опа! Хорош, давай, дружище. Надеюсь, тебе понравилось. Подписывайся на канал, оставляй свой комментарий. Пока, на этом все. Всем пока. До скорого. Удачи.